и как мы ее здесь будем искать? А? Сейчас, здесь у меня где-то записано, без очков не вижу. А, второй подъезд? Квартира 20. Ну да. Здрасте. Что? Захлопнулась? Черт. Какой этаж? Квартира 20, должен быть 5. Ой, что ж я натворила? А ключи, конечно, там. И ключи, и мобильный. Ой. 16:17. Поехали на 6-й, просчитались. Вот что, пойдем ко мне. От меня позвонишь кому-нибудь из своих, чтобы ключи подвезли. Ага, спасибо. 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 Проходи. Ничего, не беру трубку. Ой, ну тогда прошу к столу. Перезвонят, не волнуйся. Ага. А я пока тебя чаем напою с конфетами. Должна же я как-то искупить свою вину, а? Спасибо. Спасибо. Вышло ненадолго. Подождем. Да. Я тут побуду. Насчет документиков пошманаю молец. А ты дуй в машину. Если что увидишь, свистнешь. Понял? Да. Так, начнем с кухни. А это мой старший внук, Егорушка. В честь деда назвали. Да сколько же у вас их? 7. Ничего себе. Мне и самой-то уж 8-й десяток. Вы знаете, я бы никогда вам не дала столько. Это я у детей черпаю молодость. Есть ради кого жить. Мне ведь то сын внука подбросит посидеть, то дочка внучку. Куда они без меня? Так что стареть права не имею. Вы удивительно счастливая женщина. Да счастье-то в детях, ты мне поверь. Да ты и сама это поймешь. Чай-то, наверное, остыл. Hi. Здравствуйте. May we come in? Можно войти? Hello, welcome. Здравствуйте, проходите. Good to see you. Рад вас Have видеть. A seat. Присаживайтесь.
Хорошо. Прежде чем мы начнем обследование, нужно, чтобы вы заполнили анкету. Пожалуйста, взгляните. Что это? Нужно заполнить анкету. Будьте внимательны. Нам надо знать, какие болезни Марина перенесла в детстве. Бывают ли у нее депрессии и мигрени? И обратите особое внимание на пункт номер 17. Что там? Принимаете ли вы какие-то гормональные препараты, в том числе противозачаточные? Это очень важный вопрос, потому что некоторые препараты несовместимы с гормональной терапией и могут привести к анафилактическому шоку или даже к смерти. Олег, а что он говорит? Доктор, my wife definitely doesn't take. Доктор, моя жена не принимает противозачаточных средств, потому что она не может иметь детей. Олег, переведи мне, пожалуйста. Доктор спрашивает, не принимаешь ли ты каких-то гормональных противозачаточных средств, потому что эти средства в сочетании с их средствами могут привести к летальному исходу. Но я сказал, что ты... Смерти? Но я сказал, что ты не принимаешь. Да, я не принимаю. Хорошо. Вот вам ручка. Заполняйте, пожалуйста. Увидимся позже. Спасибо. Вообще. Телефон забыл. Хотел у тебя спросить. Вы чего тут делаете? Заходи. Не стесняйся. Вы чего тут делаете? Да как видишь, ничьи гоняю. Садись. Побеседую. А где твоя подружка? Какая? Ну, ты дурочку-то не валяй. Тебе не идет. Но она вообще здесь должна была быть. Ну, видишь, нет. Ага. Ой, я тогда точно не знаю. Ой. В твоих же интересах, чтобы я как можно быстрее твою подружку нашел. Ой. Где она может быть? Я правда не знаю. По-хорошему будем беседовать, или я... Или не надо, или... Ну? Она собиралась уехать. Далеко? В Самару, к бабушке. Вон оно как. Адрес знаешь? Какой? Бабушкин. Ну... А, да, конечно, знаю. Мы там собирались не вместе же поехать. Мы там отдыхали вообще уже. Диктуй. Что? Адрес. Улица Пушкина, дом 7Б, квартира 10. Не спеши. Такой дом неприметный. Квартира 10. Угу. Дом такой неприметный, он стоит за двумя такими пятиэтажками старыми. А между ними есть такой проезд, он небольшой, он узкий. Добре, его сразу незаметно, там стройка. Добре. А за беспорядочек извиняй. Ну да ты, девка, шустрая, приберешься. Алло, здравствуйте, вы мне звонили. Маша, ты?
Слава богу, слушай, тут по твою душу приходили, я еле выпроводила. Там лапши на уши навешала. Так, подожди, ты где ты есть? Давай приходи скорее сюда. Билет купила, я жду тебя, и поехали на вокзал. Перетряхнул весь дом. Нет документов. Но зато я видел билет на поезд и ее паспорт. Навряд ли она далеко убежала. Вернется. Без документов. Возьму ее за жабры тихо, мирно, по дороге. Благо дворик тихий и пискнуть не успеет. Да. А вот и наши девочки. Слушай, даже не верится, что так удачно пронесло. Ну, пускай тебя теперь в Самаре поищут, гады. Осторожно! Вы что, обалдели? Куда собрались? Ребят, нет, побежи! А ну, машину садись! Пустите! А ну, быстро в машину! Машину! Убери эту сумасшедшую! Машину! 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 Аккуратнее! Что ли? Не брать, а? Все, она у нас! Поехали! Сволочь! Козлы! Привет. Здравствуйте. А ты почему одна? Мама повезла папу к доктору. Мы выписываемся скоро и едем домой. Ух ты! Так скоро? Да. Папа хочет, чтобы я училась в настоящей школе, а не экстерном. Но, по-моему, он просто не хочет здесь оставаться. А сколько тебе лет? 9. Такая большая. Да. Но папа любит говорить, что я совсем недавно была вот такая. Но мне кажется, он все это выдумывает. Разве я могла быть вот такой? Эй, вы меня слышите? Прости. Что ты говоришь? Я говорю, почему вы один? А, ну... Мою жену забрали на анализы. Сдавать кровь. Сочувствую. Это так противно, сдавать кровь. Мы в школе тоже сдавали. Спасибо. Но я думаю, Марина справится. Красиво? Очень. Папуля! Инцуги, давайте я помогу. Папа, папочка! Ваша дочка сказала, вас уже выписывают. Да. Курс закончен. Осталось дождаться результата. Олег, я тебя повсюду ищу. Мне нужно с тобой поговорить. Марина, познакомься, это Павел, его дочка. Здрасте, очень приятно. Это моя жена Марина. Очень приятно. Рада познакомиться. Можно тебя на пару слов? Да мы, в общем-то, уже уходим. Да, ну что вы, постойте, Павел. Подождите, но, Марина, ты бы не могла быть немного полюбезнее? Олег, я с тобой хочу поговорить, а не с этим инвалидом. Мой папа не инвалид! Я жду тебя на улице.
говоришь, но какая муха тебя укусила? Олег, я хочу, чтобы ты мне объяснил, что это за странный санаторий такой. А что тебе не нравится? Я его весь обошла. Здесь нет ни одного бара. Здесь нет спа-салона. Здесь даже бассейн меньше, чем у нас дома. За такие деньги они могли бы хоть как-то позаботиться о досуге своих клиентов. Зато здесь чудесная библиотека. Олег, ты что, издеваешься? Я сюда не читать, я сюда отдыхать приехала. Мариш, ну в первую очередь мы приехали сюда подлечиться. Да. С такими темпами я себе еще один невроз заработаю. Ну, потерпи немного. В конце концов, можно просто валяться в кровати. Что скажешь? Сейчас как раз сон час. Пойдем? Мариш, ты иди. Мне еще нужно Павла найти. Хочу извиниться, нехорошо как-то получилось. Ага. С каких пор мой муж стал предпочитать моему обществу общество какого-то коллеги? Марин. От участи Павла в этой жизни не застрахован никто. Даже ты. Дорогая моя, будешь орать, вколю успокоительное. Ясно? Да-да. Здравствуйте. Извините за беспокойство. Здравствуйте. Вы коллегу? А, он только что пошел к доктору. Нет, я к вам. И чем обязана? Я уезжаю, вот решил вам завести. Спасибо, конечно, но я не люблю читать. Дело в том, что эта книга в свое время мне очень помогла. Автор – практикующий американский психолог. А мне это зачем? Ну, посмотрите, полистайте. Мне она тоже в свое время не пошла, просто… Когда я, как и вы, узнал о своей болезни, то тоже все отрицал. Был раздражен на весь мир, срывался на близких. А эта книга, она меня научила, как бы это точнее сказать, она научила меня находить радость даже в мелочах. Понимаете? Вы меня извините, конечно, но наверняка инвалидам больше ничего не остается, кроме как учиться находить в мелочах радость. Но при чем тут я? Странно. Странно, что вы так мало интересуетесь своим заболеванием. Дело в том, что Харея Гендингтона рано или поздно превращает в инвалида любого. Я вам желаю не отчаиваться.
Извините. До свидания. I don't know how to put this, really. Даже не знаю, как вам это сказать. I am ready for any diagnosis. Доктор, я готов к любому диагнозу. Probably not for this one. Возможно, не к этому. What's wrong with my wife? Что с моей женой? Look, и смотрите сюда. Your wife is perfectly healthy. Ваша жена абсолютно здорова. What do you mean? Well, we'll double check. Мы проверили дважды. But look, it's unlikely that we have made a mistake. И ошибка невозможна. She's really healthy. Она абсолютно здоровый But человек. Has problems. Но у Марины проблемы, right. Правда? Well, yes. Ну she да. Has some psychological у нее некоторые психологические проблемы related to depression из-за депрессии and и гормональной терапии. But she has no Но хорея у нее точно нет. It's too early to get excited, Радоваться but рано, hopes но are надежда high. Есть. Oh my God. Господи. Do you want some water? Хотите воды? No, thanks. Нет, благодарю. Look, послушайте. When it comes to medicine, когда I'm речь идет о медицине, man. Я материалист. And Oleg, I guarantee и Олег, that we'll give you a correct diagnosis. Я гарантирую, что мы поставим верный диагноз. Обещаю. Доктор. Доктор. Do you know what's yours? Вы знаете, что значит для меня no ваше problem. Слово? Нет проблем. Почему ты молчал? Почему я об этом узнаю от совершенно посторонних мне людей? Ты о чем? Я смертельно больна, а ты молчал? Доктор только что сказал, что ты здорова. Не совсем, но... Хватит врать! Марина! Хватит! Катарина! Катарина! Успокойте меня, быстро! Марина! Доктор! Доктор, она! Катарина, быстрее. Да, один момент. Уже бегу. Держите руку. Я сделаю укол. Вы уверены? Так точно. Весь дом перевернул. Заглянул в каждую щелочку. Каждый уголок переворошил. Бумаг нигде нет. Ну и где они могут быть, как вы думаете? Не могу знать, Люба Сергеевна. А за что вы деньги получаете? Виноват, я справлюсь. Давайте ключи. Подождите меня здесь. Желательно не заснуть. А то у нашей охраны такая манера засыпать на посту. Привет. Успокоилась? Ты хоть что-нибудь ела? Нет. Плохо. Для завтрашней операции нам нужны силы. А я не пойду на операцию. Что? Так не может быть. У нас уже нет выбора. Родители ребенка подписали все бумаги. Я должна спасти своего ребенка. Вот своего и будешь спасать. И делать с ним все, что ты захочешь. А здесь я и родители ребенка решают, как быть. А они не понимают, что они делают. Маш, это ты не понимаешь. Ты не понимаешь, что такое больной ребенок. Ты не понимаешь, что такое воспитывать инвалида. Моя девочка будет здоровой. Я спорить с тобой не буду. Завтрашние роды назначены на час дня. Маш, если завтра все пройдет хорошо, ты получишь вознаграждение от Олега и Марины. Ну, по контракту плюс моральный ущерб, это очень большие деньги. И ты их получишь, если роды пройдут нормально. А роды они пройдут нормально, если я получу назад свои документы. То есть это шантаж? Нет, что ты. Никакого шантажа. Это приглашение к диалогу. Вы получите назад свои документы. Как только я и малышка выйдем за ворота клиники. Нет, так не получится. Я не могу выписать недоношенного ребенка раньше, чем через неделю. Это для нее верная смерть. Она должна находиться под постоянным наблюдением.
А документы мне нужны срочно и завтра, понятно? Нет. Давай так. Завтра после родов я покажу тебе твою малышку. Ты ее увидишь. Убедишься, что с ней все в порядке, и привезешь мне документы. Вы получите документы после того, как мы с ней будем в безопасности. Мне кажется, что ты не в том положении, чтобы диктовать мне условия. Если ты хочешь, чтобы завтра с твоим ребенком и с тобой было все хорошо, то ты будешь делать то, что я тебе скажу. Подождите. Как я доеду? Я тебе дам водителя. Олег. Зачем ты мне врал? Я не хотел тебя беспокоить раньше времени. К тому же доктор говорит, что еще... Избавь меня от этих подробностей. Я не хочу ничего знать. Все из-за тебя. Это из-за тебя я заболела. Это генетическое заболевание. Ты спутался с этой Машей. Послушай, давай не будем приобретать сюда Машу. Будем. Все произошло именно тогда, когда ты решил заменить меня на нее. Если бы ты не изменил мне, я бы про эту Харею 100 лет не знала. Уходи. Уходи. Я хочу побыть одна. Уходи. Здрасте. Я могу пройти? А зачем? А мне надо к Ольге Сергеевне. По делу. Главврачу, что ли? Да. Назначено? Нет, ну… Ну, тогда до завтра. У меня приказ. Вход посторонним до 8 вечера. Слушай, ну я же с другого города приехала. Но мне не на вокзале ночевать, правда? Я, правда, по срочному делу. У меня приказ. Ну, давайте позвоним вашей Ольге Сергеевне. Я с ней поговорю, она вам скажет. Я по делу. Мне утренней головомойки хватило. Мне этот шкаф поставили новый. Я не знаю, что с ним делать. Он ужасно мешает. Так, слушай, иди отсюда. У меня четкие указания не пускать. Здорово. Мне подругу проведать надо. Суррогатная мама. Может, попробуем договориться, а? Столько хватит? Подождите! Подождите, подождите! Подождите! Нет, если вы его пропускаете, почему же меня тогда нельзя? Не положено, девушка. Не могу я всех сразу. Нет, я тоже могу заплатить, просто не так много. Слушай, девушка, давай поаккуратнее, а? А вы чего это мне тыкаете? Потому что я так молодо выгляжу, да? Вы меня не учите, пожалуйста. Сереж, ну кто-то должен нас учить, если родители не очень мешают. Слушай, что ты ко мне прицепилась? Что? Это я прицепилась? Нет, я прицепилась. Нормально. Покинули помещение, покинули. Ну, толкайтесь вы. Ну, не положено. Очень неудобно. Да ладно, ладно. Всего доброго. Спасибо. Пожалуйста. Да мне самой позарез туда надо было. Машка, как там Машка теперь? А вы тоже к Маше? Ну, я думаю, что у нас с вами разные Маши.
светловолосая, с большими карими глазами, из Майского, из поселка, да? Так, а вы кто? Я водитель Маши, точнее, бывший. Меня хозяин отправил в бессрочный отпуск, но это пока. Я ей звонил, хотел узнать, как у нее дела. Она пропала, трубку не берет. Думал, она здесь, может, хотел ее навестить. Да она тут, только с ней беда случилась, ее выручать надо. Что с ней? Ой, долгая история. Ну, вам же сказали, пойдем, покиньте там помещение. Кстати, Антон, будем знакомы. Лена. Очень приятно. А я к вам заходил, хотел попрощаться. А я к вам. Как вы себя чувствуете? Пока хорошо. Ну, это временно. Врачи сделали, что смогли. Сказали, что на препаратах полгода еще протяну. Не слушайте его. Врачи сказали до года. А может и больше. Думаешь, самому не хочется? Главное верить. От рака люди вылечиваются. И у нас все получится. Счастливо. Я заберу эту. Удачи. И вам надо бороться. Простите, можно вас на секунду? Скажите, а ваша дочка, она тоже больна? Мы даже не делали обследование. Пусть все будет в руках Божьих. Удачной вам дороги. Всего доброго. Ничего себе! Кто бы мог подумать, а? Ты теперь понимаешь, да, что Машка вляпалась по самый подбородок? Слушай, а ты не боишься вот так вот первому встречному отдавать такие документы? А мне почему-то кажется, что тебе можно доверять. Значит так. Сейчас мы позвоним одному моему приятелю, он следователь. Отвезем ему эти документы, я думаю, нам поможет. Отлично. Так только едешь ты один, а я, конечно, остаюсь. А это еще почему? Ну как почему? Буду в клинике, я не могу Машку оставить одну в такой ситуации. Ха, черта лысого. Мало того, ты мне должен помочь отвлечь этого громил на входе, а я как-нибудь там прошмыгну. Нет, Лен, так не пойдет. Нет, не обсуждается. Во-первых, это опасно. Во-вторых, что ты там сможешь сделать одна? Во-первых, моральную поддержку еще никто не отменял. Машка должна знать, что она не одна. Это важно. Во-вторых, я не знаю пока, как я буду ее вытаскивать. Я понятия не имею, но я буду ориентироваться по ситуации. Вдруг получится. Нет. В крайнем случае подождем тебя с твоим другом. И это не обсуждается. Все, пошли. Ну, пошли. Моя девочка, ты будешь самой хорошей, самой красивой, самой здоровой. И обязательно будешь похожа на своего папу. Ты слышишь меня? Я не дам тебя в обиду. Я не дам. Вам повезло. Я обычно в это время уже не принимаю. Но вы очень настойчивая барышня. Спасибо. Кто вам порекомендовал нашу клинику? Никто. Женщина в больнице листовку дала. Ага. Значит, вы хотите стать суррогатной матерью? Мне просто нужны деньги. Но это ж тяжело без отца растить ребенка. У меня дочка 3 года, без отца растет. На все нужны деньги. Деньги туда, деньги сюда. Ну, вы сами знаете, что я буду рассказывать. Ну, что с мужчиной нормальным познакомить, и то деньги нужны. А, даже так? Ну, конечно. Где у нас в провинции нормального мужика найти? Чтоб не пьющий, чтоб здоровый, чтоб еще при деньгах. Но это я не знаю. А я знаю где. В дорогих спортклубах. В спортзалы ходят, значит, более-менее здоровый образ жизни ведут. Ну, и плюс деньги водятся. Потом без жен туда все ходят. И постоянно. Послушайте, давайте закончим эту прелюбопытную теорию и перейдем к нашим баранам.
Вот, пожалуйста, вам анкета. Вы ее заполните и завтра ко мне придете. Как завтра? Но я должна ее изучить и потом только положить вас на обследование. Да вы что, я из такой дали приехала. Ну что ж, мне на вокзале прикажете ночевать? Нет. Знаете, я отсюда никуда не пойду. Послушайте, девушка, у нас такой порядок. Хороший у вас порядок. Человека посреди ночи на улице выгонять. Нет, не пойду я никуда. Ну, я могу вон и в коридоре поночевать. А, хорошо. Я вам могу предложить место в палате, только потом я вычту все это из вашего гонорара. Договорились? Ну, у вас и обдираловка. Но мое дело предложить. Ну, ладно, я согласна. Вот и хорошо. Юлечка, подготовьте, пожалуйста, место в палате. Ага. Проходите. Ваша кровать у окна. Угу. Если что-то будет нужно, то дежурный пост вы видели где. Угу. Ну, спокойной ночи. Спокойной ночи. Здрасте. Здрасте, коль не шутишь. Я новенькая. А ты не Машкина ли знакомая? Я ж видела, ты к ней приходила. Нет, вы ошибаетесь. Нет у меня никаких знакомых Маш. Да ладно, ты за дуру ты меня не держи. Память у меня хорошая. Вас они зовут? Ну да, Нюрка. Ну что вы заладили? Знакомая, знакомая. Вы что, хотите, чтобы меня в зашей отсюда выгнали? Нет. Где Маша? Где мне ее найти? Ну так она ушла из больницы. Она даже не попрощалась, ушла. Да не ушла она никуда. Эти гады ее заперти тут держат. Я умоляю, помогите ее разыскать. Ничего не понимаю. Нюрочка, я потом вам объясню. Все, все, я вам обещаю. Но сейчас важно очень помочь Маше. Поверьте, я без вас не справлюсь. Ну, если надо, значит, надо. Проходишь пост, проходишь родильное отделение, поворачиваешь налево, там лестница. Дверь на нее никогда не закрывается. Поняла? Все. Но на этом этаже ее точно нет. Точно нет, нет. С Богом. Юлечка, Юль, дай что-нибудь от изжоги, я не могу прям вот, ну, замучила. Нюр, попей молочка. Юлечка, я пила молочко, что-то не помогает. Ладно, сейчас принесу. Спасибо, подожди. Спасибо тебе. Алло. Доброй ночи. Решил узнать, как там ваши дела. Вы все проблемы решили? За материалом завтра можно приезжать вечером. Эмбрион будет готов. Поздно. Давайте пораньше. Что насчет документов? Если роды пройдут успешно, то я назад получу свои документы. Эти роды не могут пройти успешно. Но почему же? Очень часто бывает, что все хорошо, ребенок здоровый, рождается на вид, но потом проходит 1,5-2 часа, и он умирает. У него останавливается сердце. И тут уж никто не виноват. Маша.
Кто там? Маша, это я! Это я, Лена! Ленка, ты что здесь делаешь? Тебя ищу, дуру непутевую! С тобой все в порядке? Да, все нормально. Слушай, роды назначили на завтра на час дня. Эй, ты чего молчишь? Так, тихо, кто-то идет. Давай, держись, я тебя вытащу, обязательно вытащу. Thank you.